В рамках программы «Столица» для коммунальных служб Магадана региональное правительство выделило деньги на приобретение новой техники. В этот раз городу предоставили 5 спецмашин, а всего за почти год их было передано 9. Техника поможет реализации программы «Бульдозер» или, как говорят некоторые, «Большая уборка». Для того, чтобы сносить, вывозить, ломать эти все старые гаражи, постройки, брошенные автомобили и так далее. В этом году только по программе «Столица» мы должны были вывести 456 единиц брошенных всяких строений и так далее. Отстаем пока только на 28 единиц. Но это было сложно, потому что техники не хватало ни комбинату зеленого хозяйства, ни ГЛУДу, которые предоставляли технику управления административно-технического контроля. Как отметил Юрий Гришан, новая техника более надежная. Для того, чтобы на машинах трудились, ведут дополнительные рабочие места. Специалисты рассказывают, новая техника поможет быстрее справляться с поставленными задачами. Улучшить качество и скорость выполнения важной работы по вывозу некапитальных строений, незаконно установленных, проблемных каких-то сараев, гаражей, контейнеров. До появления новых машин работникам служб приходилось привлекать технику с других участков. Теперь же и КЗХ, и ГЛУД смогут заниматься поставленными задачами и выполнять поставленный план.